Какой интересный цвет воды. Он разный в нашей вот лагуне. Он с Аламуш. Здесь она зеленая. Сейчас вот как. Здесь она бело-голубая и, ну, непонятно, всех цветов. Небо же в ней отражается. Какое небо там над ней такое. И цвет лагуны. Вообще здорово. Здорово. Но мне пора завтракать. Любимая уже приготовила овсянку для своего сэра. Сейчас еще будет сыр. Половину английского завтрака. Вот сегодня у нас такой скромный завтрак. Кашка, овсяночка, сырок, Светаева, кофе. Ну, вообще здорово. Здесь обжираться вообще не хочется. На жаре трудно есть, но надо. Соседи из Германии пекли пироги. Молодцы вообще такие. Наша вот в двухэтажном здании каждый день варят разные каши. Там парочка остановилась, они молодцы тоже. Особенно кто на машинах перемещается, те едят почему-то лучше и больше, чем те, кто ходит, как мы, пешком и на автобусах. Потому что мы так изматываемся, что нам не до еды. Хочется только жидкости потреблять. Ну, вот так вот. Вот во время отлива. Сейчас максимальный отлив. Минус 0,4 метра. 40 сантиметров отлив. Вот такой цвет приобретает вода. Это тот период времени, октябрь, прилив-отлив до полуметра, не больше. Там, до 60 сантиметров. У меня график отливов, приливов есть. В другие месяцы бывает и тут и метр, метр 10 отливает. Это не африканское побережье, где больше 2 метров отлив может быть. Ой! Ну, вообще так хорошо, что у нас уединенное это местечко. Вот она там гоняет. Кого ты гоняешь? Деревенская? Какая-то птичка. Птичка. Вот, прям как в деревне, как у себя дома. Ой, вообще. В ночнушке. Как здорово. Да, здорово, здорово. Да подвезло, так подвезло. Здесь необыкновенно чисто, просто. Листьев опавших нету. Вы поверите, управляющая сама метет. Майна. Она все сама делает. Это что-то. Может, кто-то у нее в отпуске, не знаю. Может быть, она все время так сама все убирает. Ну, вообще, улыбается всегда. И улыбается. И столько нам добра сделала, что просто не передать. Это что-то. Нет, мы очень довольны, что именно этот отельчик выбрали. Очень довольны. Вот эту машинку она сдает. Так что приезжайте, это не дороже уж точно будет. Ой, ой, девочка моя. Вот ты знаешь, вечером, когда солнце уже... Да, стоит, тогда они ароматные. Это почти все цветы, Леночка, южные, и в том числе красивые. Тропические. Вот это дерево лайма. Необычный лайм. Как он, я вчера сказал, сегодня уже забыл. И вот у нас такой видок на лесенке. А
На, не на лесенке, она как лесенка. А круто. Вот наверху это листик или что, это плод? Плод. Вон, плод, вижу. О, какой. Вижу. Да. Потом посмотрим. Или сейчас подойдем, посмотрим. Чародейка Майна. Правильно я произношу? Майна? Майна. Она сделает ваш отдых здесь wonderful будет. Вы отдохнете прекрасно. Здесь и библиотека есть. Здесь решат любую вашу проблему, даже без знания языка. No language все равно вас поймут. Здесь здорово. Обращайтесь к Майне. Будьте. Breakfast по заказу можно тоже. Breakfast. No. No breakfast. Все, не надо. Мы сами поедим. Thank you. Вот с обратной стороны так выглядят. Это внизу три, хотя на некоторых сайтах пишут, что только два апартамента. Тут три апартамента и сверху три студии. И начинают писать, что апартаменты чуть ли не по 90-100 метров, студии по 50-60 метров одинаковые. Где-то 55, может быть 60 метров студия и апартаменты. Чем хорошо боковая студия и боковые апартаменты, то, что у них большие окна. Вот в зоне отдыха у них очень большие окна. Это классно. То есть это с одной стороны и с другой. Посередине такого уже чуда нет. Вот. О, что это такое? Ой, расклевали внутри. Да, кто-то на кисленькое позарился. Кто же это позарился на кисленькое? Ха-ха. Ну надо же. Вот, освободилась. Не студия, а апартаменты. Вот засниму. Ну, вешалка для сушки белья. Прекрасно. Микроволновочка. Холодильник вообще. Холодильник больше нашего. Вот здесь здорово. Здесь здорово. Отличный кухонный уголок. Просто супер. Вот. Вот тоже. Здесь можно сидеть, отдыхать. Сейчас прикрыли. Телевизор с кабельными каналами. Вентилятор вот в этом отделении. Вот что самое важное. Сейчас где включается свет. Где включается свет. Не могу найти. Ну, здесь тоже отличный санузел. Отличный санузел. Души тропические такой. Вот здесь плохо видно. Не могу, не пойму, где включать свет. Широкая двухметровая кровать. Настольные светильники. И очень важно, кондиционер. Кондиционер прямо в спальне. Это очень важно здесь. Шкаф. Угу. Плохая погода, можно здесь сидеть. В хорошую погоду. Там. Единственное, здесь. Ну,
Есть такой никакой вид нонс-ламужур. А, вот в эту сторону будет получше. Да, есть. Вот он. Вот он, вот он, вот он. Ансламуш. То есть тоже все отлично. Отлично. Сейчас я туда не могу выйти. Хороший вид тоже. Все. Диванчик. Нет, здесь замечательно. Сильно обгорели, у вас нет ничего. Вот, пожалуйста, алоэ вера. Вот прямо здесь. Снизу баллон для барбекю. Ручки можно помыть. Это когда вы уже сдали номер. И тут есть и туалет. Не, ну здорово. Здорово. Неделя пролетела мгновенно, потому что очень уставали утром на пляже, как на экскурсии, только на автобусах. Автобусы ждать два раза только подходил сразу, а так ждали полчаса 40 минут. Один раз даже час мы ждали автобус. Вот. Ну, мне студия. Ой, не студия. Апартаменты очень понравились. Очень понравились. В спальне кондиционер. А свободно, да? Ты... Ну да, они мне разрешили заснять. Вон там ящерка. Вон она. Замотал я свою принцессу. Ты что думаешь? Сейшелы — это только отдых? Это рабский труд. Вот здесь эти яблоки. Вон они на ветках висят. Ну, это яблони крупные. Ну, на вкус они не ахти совершенно. А жажду утолить нормально. Их много. Вон они везде свешиваются. Не, ну кому-то нравится. Я тогда в Таиланде был, люди прямо верещали. Ой, как вкусно, ой, как вкусно. Вот они, красавцы. Работает, убирает. Здесь есть даже своя техника. Вообще все тут супер. Нет, вкусно, даже красный. Да я знаю, что они не на мой вкус. Ну, люди едят. Сейчас я еще откушу. Что напоминает? Не знаю, что напоминает. Что-то напоминает. Вон бананы подперли. А вот папайя. Это все у нас прямо за нашей виллой. Вот наша вилла. Вот она. Наша вилла. А вот это черный. Подожди, это не маракуйя. Маракуйя, по-моему, Лена. Или манго. Сейчас посмотрим. Такой формы бананы я, объездивший полмира, никогда не видел. Может, кто-то скажет, что это за сорт такой. Интересные. У них, я думаю, кожа будет по весу в два раза больше, чем мякушка.
Вот так вот у нас здесь. Вон. Сейчас, минуту, Леночка, сейчас. И вот видно наш залив Ан-Саламуш. Вон он. Полностью сегодня. Сейчас отлив в данный момент. Вот, вот посадили молоденькие драконов. Фрут. Да. Ну, они такие, бывают с белой мякотью, бывают с красной мякотью. Грибы выросли. А это не огурцы ли? Нет, не, типа тыква. Цветы большие. Ну, жара. Хотя мужчина он поливает, все равно. Нет, здорово, конечно, говорить нечего. Здесь очень здорово, громадные пальмы, много орехов. Бананов вообще полным-полно. Ананас. Ну да. Ананас. Ну, другие бананы, а цвет где? Цветок. Вот он цвет. Он, видишь, опадает. Ага. Да, вот я хочу вон там попробовать бананчик. Там есть бананчики, уже более зрелые. Так выглядит сверху. Корпус где? Трое апартаментов и трое. Три студии. Крыша беленая. А на многие фильмы смотришь, там они все ржавые, здесь они все сверкают. Здесь все. Сейчас вот эту виллу еще переоборудуют, и будет супер. Все виллы переоборудованы. Класс. Вот сколько мы дней были здесь, мы, наверное, уезжаем обычно до 10 часов и приезжаем после 3-4, и никогда не слышали, чтобы велись работы, даже и не знали. От чужой виллы и от той, которая в ремонте, все, спускаемся вниз. Тут так красиво, что я забываю, что яблочки у меня надо. Вот яблочки мы набрали, нам сказали, можно сколько угодно. Да, когда вот такой вид из окошка, посудомоечная машина не нужна. Хочется мыть посуду и смотреть, и тащиться. В вилле все есть. Вот все необходимое. Буквально. Сантехника прекрасная. Большой огнетушитель. Маленький огнетушитель. Отличный холодильник с морозильником большим. Газовая плита, одна конфорочка не работает, но это не проблема. С пьезоподжигом. С грилем вращающимся. Посуда есть всякая, я уже показывал. Но нет маленького ковшика, допустим. Сварить те же сосисочки, вот варим в такой кастрюльке. Нормально. Тостер очень даже хорошо работает. У нас тостовый хлеб прекрасный. Да и здесь везде продается тостовый хлеб. Маленькая микроволновка, но две пиалочки можно поставить там, разогреть. Так, бокалов, ну, вполне нам четырех хватает. Стаканов, раз, два, три, четыре, пять стаканов. Вот. Газовый баллон на улице стоит. Что еще? Вечером как будто птицы здесь поют. Это не птицы, это гекконы.
Они чирикают, как воробьи. Мы взяли с собой и посудное полотенчико, и губочку, и средство для мытья посуды, и тряпочку со стола. Здесь есть все. Здесь у нас 1, 2, 3, 4, 5 посудных полотенчиков, губка и вот такое средство. Сверху я вылил желтенькое, это моя Фэри. Добавил до полной бутылочку. Вот, так что имейте в виду. Вот какой отлив. Песок на дне видно. Как мы тут с любимой? Чаевничаем. Вот здесь, вот прямо над водой пролетело 2 фаэтона. Это что-то, я их никогда не видел. Белые птицы с длинными-длинными белыми хвостами. Белохвостые фаэтоны. Значит, где-то гнездятся. Их не так много. Они одно яйцо только откладывают за сезонную кладку. Вот опять папайя с этими водяными яблочками. Или иногда ее называют водяная вишня. Но это дерево большое довольно-таки. Коктейли мы себе сделали. И вот самое главное, сварили из банки курицы супчик. У нас теперь куриная лапша настоящая. Но когда вот такая природа, мне кажется, можно слопать все. Но вот это все вкусно. Все это вкусно, классно. Ну, перед отъездом решил чуть шире двери открыть. Можно еще шире, можно еще во всю эту открыть. Но мне и так хорошо. Вот какие дверки. Вообще. Сюда. Да. Чай сейчас попьем. Вот. Лишний раз есть не хочется. Хочется только пить. Противоположный берег. Сейчас вот как никогда четко видно. Вот за этим мысом, да. Пляж. Ансуип. Вот за этим мысом. Много летает маленьких самолетиков и вертолетиков трансфера. В отеле, на острова. Народ здесь зачастую не бедный отдыхает. Ну и где? Скала. Птички. Вот такой вид со второго этажа из студии. Это студия, если смотреть на здание отеля, правая. Правая студия. У них самый богатый вид. Я думаю, классно. Просто классно. Мы так не купались, мы же ездим. Пересадками по... Вот рядом вилла, которая сейчас ремонтируется. И обратно вот так вот.
ездили. И через одну виллу будет там наша. Вот здесь здорово. Вид хороший. Ну, стояночка. Все равно супер. Просто супер. Вот здесь вот ходили, все. Мы тут гуляли везде, все, все. Там бананов полно висит. Яблоки вот эти, как свечки такие красивые. Пожалуйста, яблоки можно. Банан еще зрелых нет. Мы спросили, там охранник там живет. Он там все приходит, проверяет. Он нас отругает, проверяет. Так здесь выглядит. Он прям подошел, стучится, нельзя. Закрыться, приходит проверять каждый вечер, чтобы мы закрылись, а то мы открытые все время. Действительно, очень красивый закат. Очень красивый. Завтра мы покидаем этот замечательный остров. Этот прекрасный отельчик. Он маленький, но прекрасный. Все дерево облепили, но никак их не засниму, чтобы так в полете как следует. Лисиц полно.